Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А сегодня я хочу с вами поделиться новой криптомонетой. Называется Меркоин. Как мы знаем, очень много в последнее время альткоинов появилось на просторах интернета. И вот еще один альткоин под названием Меркоин. Это латиноамериканская криптомонета. Назовем. Значит, регистрация здесь простая. Вводите, можете свое имя, можете логин, ну, какое-нибудь имя. Значит, email по... Так, email. Сюда вводите адрес вот этого, вот этой монеты кошелька. Я вам все покажу, где его взять. Далее, пароль, повтор пароля. Нажимаете регистр. Проверить обязательно почту и папочку спам. Но мне пришло письмо просто как бы на почту, так. И потом логинимся и заходим в такой вот кабинет. Здесь нет русского языка. Все надо переводить. Это все можно почитать, как бы, да. У меня на опере нет русского языка, как бы. Значит, нам дает каждые 2 часа 0.5 монеток. Вот здесь вот будет зеленая вкладочка у вас. Ничего, капчи нет, подводных реклам нет. Просто нажимаем сюда. И сейчас нам начислят. Все, мне начислили 0.05 монеток. И теперь вот здесь отсчет времени. Через 2 часа я могу опять собрать эту монетку. Вот здесь как бы можно нажать сюда или вот сюда и попадете на биржу. Здесь, если вы захотите, это я как поняла уже по желанию, не обязательно, группа в Телеграме есть. Я, естественно, вступила. Далее, где взять партнерскую ссылочку? Нажимаем вот сюда, вот эта кнопочка «Выход», вот на первую вкладочку нажимаем. И у меня уже 3,5 монетки этой. Я зарегистрировалась вчера. Значит, здесь наша партнерская ссылочка находится. А здесь наш адрес кошелька. Значит, биржа. Значит, она биржу. Вот такая вот биржа. Вот она Сочи. Чангер, как-то так называется. Значит, что мы делаем? После регистрации очень простая. Ничего особо делать не надо. Опять же, русского языка нет. Здесь только английский и испаньол. Испанский, Аргентина. Русский язык есть только в чате. Если кто захочет общаться в чате, вот Русен стоит. Далее, вот сюда, в поисковик. После регистрации, да? Как вы на бирже на этой зарегистрируетесь, нажимаете «Вставить вот эту монетку», где я вот ее скопировала. Вот, так, вот сюда возвращаюсь, нажимаю на вкладочку «Вернуться сюда». Вот я, так, вот НРМ, я вот это вот скопировала, вот эти буковки. И вот на бирже, вот она, вот эта монетка наша. Значит, монетка пошла в рост, как бы наша. Далее нажимаем на эту монетку, на саму вот... И, пожалуйста, мы, ну, типа такого кабинетика, наверное, маленького. Так, не туда я нажала. Не так я нажала, так. Подождите, запуталась я, запуталась. Маркет обратно возвращаюсь. Так, опять ввожу монетку эту. И монетка. Так. Куда мы, я нажимала, я не... Так, так, сейчас попробуем. Это купить, продать. А, нет, ребят, смотрите, я ошиблась. Нажимаем вот вкладочку «Валет».
Валетас, вот эта вот вкладочка, прошу прощения. Значит, смотрите, теперь уже вот сюда мы нажимаем, вставляем название монетки, и уже здесь вот она наша появляется монетка, как бы вот у меня еще по нулям, потому что минимальный вывод 20 монеток. Нажимаю теперь вот на монетку, и вот как бы маленький такой вот кабинетик. Смотрите, вот депозит. И наш, у вас будет свой адрес. Как бы копируете. Копируете вот этот адрес. И уже тогда в регистрационное поле вставляете. Но это вывод, это трансфер, наверное, переводить. Вот где мы берем вот адрес, как бы, да? Вот такая вот криптомонетка, вот такой вот альткоин. Вот сюда, если вы нажмете, появится вот эта вот биржа, как я уже сказала. Ну, это у меня что-то тупит. Ну, я ссылочку на биржу оставлю под видео, потом, опять же, я возьму из браузерной строки, так как нет реферальной программы здесь. Вот. Ну и свою партнерскую ссылочку, кому интересно, я, естественно, тоже оставлю под видео. Мне все монеты новые интересны, естественно. Ну, на биткоине, как говорится, свет клином не сошелся. Я делюсь лишь с вами информацией. Надо вам эта монета? Пожалуйста, присоединяйтесь, собирайте. Не надо, проходим мимо. На этом все. Всем удачи. До новых встреч.